Здравствуйте, ребята! Я приветствую вас в Доме Знаний. Меня зовут Написа Зубайруевна. На прошлом вебинаре мы с вами определяли способы передачи чужой речи. Каким же способом можно передать текст? С помощью прямой речи. Как мы это определили? При прямой речи обязательно есть комментирующая часть. А также это сложно подчиненные предложения с косвенной речью, простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи, и предложения с вводными словами. А есть, ребята, еще один способ передать чужую мысль с сохранением ее формы и содержания. Попробуем определить его по данному тексту. «Что, умираешь?» «Да, умираю», – ответил сокол, вздохнув глубоко. Я славно пожил, я знаю счастье, я храбро бился, я видел небо, ты не увидишь его так близко. Эх ты, бедняга! Но что же небо, пустое место, как мне там ползать? Мне здесь прекрасно, тепло и сыро. Ребята, что это за способ? Как вы уже догадались, это диалог. Сегодня на вебинаре мы узнаем о разновидностях диалога, потренируемся в создании диалогов. Итак, чем же отличается монолог и диалог? Монолог – это текст, который создается одним человеком без активного участия тех, для кого он предназначен. Монолог подчинен одной теме, имеет определенный замысел и определенную композицию, а также обладает относительной законченностью. А вот диалог – это разговор двух или нескольких человек. Кстати, разговор нескольких лиц иногда называют полилогом. Каждая новая реплика в диалоге опирается на предыдущие, а элементы предыдущих реплик способствуют пониманию последующих. Когда чаще всего мы можем услышать диалог? В беседе, то ли это личной, групповой, во время обсуждения дискуссионной темы. А можно наблюдать диалог и в письменной речи, когда мы общаемся с помощью компьютера или телефона в виде смс-ок. Конечно, современная молодежь чаще всего уже пользуется именно таким видом общения. Давайте проследим произведение школьной программы, где именно диалог становится способом общения персонажей романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». «Ну-с, чем я вам могу быть полезен?» «Я, — горько заговорил буфетчик, — ни в каком являюсь заведующим буфетом театра Варите». «Нет, нет, нет, ни слова больше, ни в каком случае и никогда. В рот ничего не возьму в вашем буфете. Я, почтеннейший, проходил вчера мимо вашей стойки и до сих пор не могу забыть ни осетрины, ни брынзы. Нет, милейший, так невозможно». «Я извиняюсь», – заговорил ошеломленный буфетчик этим внезапным нападением. «Андрей Фокич, а я не по этому делу, и осетрина здесь ни при чем». «То есть как это ни при чем, если она испорчена?» «Осетрину прислали второй свежести», — сообщил буфетчик. «Голубчик, это вздор». «Чего вздор?» «Вторая свежесть, вот что вздор. Свежесть бывает только одна, первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это значит, что она тухлая». А теперь, ребята, поговорим о пунктуации и оформлении диалога. Обратите внимание на эти схемы. Каждая новая реплика диалога пишется с новой строки. Перед каждой новой репликой ставится тире. Кавычки, как при прямой речи, не ставятся. Остальные знаки препинания сохраняются, как и при прямой речи. Например, «Здравствуй, Вера». «Здравствуй, Лена». «Куда ты идешь, Вера?» – спросила Лена. «В библиотеку», – ответила Вера. Ребята, вот посмотрите на этот текст. Прочитаем, а потом вам надо будет записать уже его в виде диалога. «Угадай, синица, какое у людей самое страшное оружие?» – спросил воробей. «Ружье!» – прочирикала синица. «Не угадала», – ответил воробей. «Пушка!» – удивила синичка. «Опять не угадала», – засмеялся воробей. «Какое ж тогда воробей?» – поинтересовала синица. «Рогатка», – сказал воробей. А это, ребята, правильное оформление текста с диалогом. Посмотрите внимательно.
Видите, каждая новая реплика с новой строки, и перед каждой репликой ставится тире. Ребята, любая реплика, открывающая диалог, определяет его тему и цель, а также побуждает к ответной реплике и действию. Вот эта реплика, которая открывает диалог, называется реплика-стимул. Давайте вот посмотрим, какие же существуют разновидности реплик, стимулов. Приведем также примеры. Кто помнит, о чем мы говорили на прошлом уроке? Цель этой реплики – спросить. Второе предложение. Я иду в кино. Ты со мной не пойдешь? А здесь, ребята, уже цель этой реплики, да, уточнить. И следующее предложение. Прочитайте первое предложение текста и предположите, о чем пойдет речь дальше. Ну, цель уже этой реплики – побудить к действию. Ребята, если есть реплика-стимул, значит, должна быть ответная реплика, так как это все-таки диалог. Вот такая ответная реплика называется реплика-реакция. Исходя из этого, получаются такие формулы диалога. Обратите внимание. Первое. Вопрос-ответ. Второе. Сообщение. Вопрос-ответ. Третье. Побуждение. Согласие. Четвертое. Побуждение. Возражение. Пятое. Утверждение. Несогласие. Существуют также разновидности диалога. Это этикетный, побуждение, расспрос и обмен мнениями. Ну и также есть и другие, конечно, эти основные. Давайте посмотрим на этикетный. Этикетный, например, «Извините, Тамара Максимовна, я опоздал на урок. Проходи, Игорь, постарайся больше не опаздывать». Реплика «Побуждение», посмотрите. «Марина, присмотри за сестрой, а я в магазин схожу». «Хорошо, мама». Расспрос. Послушайте. Что это? Это кулички летят, посвистывают. Куда же они летят? Туда, где зимы не бывает. И реплика «Обмен мнениями». Дядя Федор, кажется, влюбился. Мы его можем потерять. Только этого нам не хватало. Шарик говорит. Подумаешь, влюбился. Если бы он заболел, мы бы могли его в больницу потерять. А так ничего с ним не случится. Много ты понимаешь. Как начнет он с этой девочкой дружить, будет с ней гулять, цветочки подносить, на тракторе кататься, про нас и забудет. Эдуард Успенский. А теперь, ребята, рассмотрим пример диалога из сказки «Белый гриб и мухомор». Однажды на обычное мухоморовое «Доброе утро, приятель» Белый гриб сказал: «Как же ты, братец, навязчив!» «Я не навязчив!» Скромно возразил мухомор. «Я только хотел с тобой подружиться». «Ха-ха-ха!» – засмеялся Белый. «Да неужели ты думаешь, что я стану заводить с тобой дружбу?» «А почему бы и нет?» – добродушно спросил мухомор. «Да потому что ты поганка, а я благородный гриб». Обратите внимание, ребята, начало диалога этикетное. Ответная реплика выражает недовольство. Мухомор пытается уточнить свое намерение, но получает высокомерный ответ – отказ от общения на равных. Мы видим, и этот пример нам доказывает, ребята, что реплики тесно связаны между собой, продиктованы ситуацией общения. А наш вебинар подошел к концу. До новых встреч в Доме знаний. До свидания.